что-то море разошлось, прямо я только спустилась, и до меня прямо волны эти самые, ну, отголоски волн докатились. Ну, сейчас усилился ветер по сравнению с тем, что я пришла вот когда, ну, минут 20 тому назад. Ну, вот ты каждый день так, вот придешь, вроде бы не сильный ветер, а потом, ну, прямо в момент усиливается ветер, и такие волны сильные, вообще, просто ужасно. Ну, вот, я шла, мне пришлось отбежать, потому что вот в том месте, где я шла, вот от воды, видите, какие волны. Вот сейчас вот усилился, да, ветер. Я пошла, ветра почти не было, а сейчас вот из-за этого, конечно, когда усиливается ветер, то и больше эти волны, и дальше проходят это отголоски волны. Но вот сейчас вроде бы потише опять стало. Ну вот как-то я не знаю, то ветер сильный, прямо порывистый, потом опять вроде бы немножко стихает. Ну, вот там уже на горизонте видно, что голубеет, но и написано, что до 12 часов должен быть дождь, а потом уже солнышко выглянет. Ну, вот с той стороны, где утречник, там он уже вообще показывается солнышко в какой-то степени. Но у нас еще пока тучи, вон какие тучи свинцовые. Ну, надеюсь, что в 12 часов, после 12 будет уже теплее немножко. А так сейчас ветер холодный, вот держу 5 минут всего-навсего, 3 минуты этот телефон, а рука уже замерзает. Ну, ладно. Ну, уже больше, наверное, чем вот. Ну, усилился опять вот ветер. Ну, сейчас может опять прийти вот большие волны. Оно вот порывы какие-то. Вам не передать это по телефону. А так вот я стою, вот большая волна идет. Сейчас вот разобьется и посмотрим, какие волны будут. Но вот сейчас уже подходит, потому что вот порыв ветра был, и уже вот волны пошли больше, чем были до этого. О, видите, выше человеческого роста.